Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Блог Золотого. Сегодня у нас в планах запустить вот этот дрон, который Серега сам собрал, с комплектующих спаял. Сегодня мы будем его тестить. Взяли 3 аккумулятора с собой. Ну, Сергей, расскажите, сколько вы денег потратили на вот это все добро? Денег? Да. Короче, сам дрон где-то $50 пришел. Ага. Плюс очки также 500. И дрон, ой, пульт где-то баксов 500. Да вот 1000. 1400, 1300. Короче, как ты думаешь, максимальная скорость сколько его? Я планирую сегодня 120 на нем выжить. 120 км в час. Да. Так, вот такой у нас пульт. Серега очки одел. DJI-ские. А он не потеряется? Нет, тут же вам, видишь, застежка. Застежка хорошая, мощная. Угу. Короче, таким темпом фиксируем. Аккумулятор. Это все в комплекте дошло? Нет, конечно. Это все по отдельности. Все по отдельности. Даже гребаные ремни. Даже гребаные ремни. Угу. А, отдельно. Яр, все, отходи. Так, все? Серега на боевом. Ну, короче, крещение. Он давай, иди. Сейчас будет пробовать его. Сейчас подключает аккумулятор. Он запищал. Все, валим. Серега, тут вообще как робот, бля. Да, как робот. Видишь что-нибудь? Да, я вас уже увидел. О, загудел. Сейчас, бью! Отойди. И хера. Видно его? Да. Да. Ни хера у него скорость. Что-то видишь? Да он-то видит. Я ни хрена. Не, а вон наверху. А ты нас видишь? Да, вижу. Только видишь на дроне. Блять. Короче, первый полет был прикольный, чуть-чуть неудачно, но скорость бешеная у него конкретно. Ну, сейчас они его ищут, нашли. Короче, мы погнули пропеллер, винты тут 2 штуки, вот на вот этом вот, особенно видно. Вот, вот это попелишь. Да, и вот, смотри. Вот, я знаю. Короче, 2, на одну сторону, видимо, он упал. Ну, ничего, живой. 2 живых, 2 нет. Да, сейчас поменяем и опять. Да? Так, ну вот, если что, ты говоришь, ты активировал функцию. Маяк. Вот здесь моргает. Если он в темноте упадет, то что, он светится, да? Он будет моргать. Вообще он будет пищать, если ударится. Ага. Например, он упал. Ну. Смотри. Проходит 30 секунд. Вот видишь, угу. Так пошел. И потом начнет орать. Пойдем. А, ну все, понял. Сейчас услышишь. Вот. О. Это он уже запищал. Все понятно. Ну ладно, ехали дальше. Да. Короче, нашли поле. Спаханное только что. Сергей решил здесь запустить дрон. Нихера он. Видно там? Нет, там ничего не видно. На телефоне. Эй, тихо. Ничего нету, Сири. Не, видео нет. Сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть к нам подлетит. Да, я хочу к нам подлететь. Все, тихо. Молодец, приземлился. Да. Приземлился. Так, все, мы накрепили. Смотри, на... боевое крещение на третий взлет. Так, мы одели сейчас GoPro, четвертую. Сейчас будет четвертый. Да, четвертый у нас тут конкретно машкары. Знаете, в чем проблема? Я забыл GoPro включить. Да, я понял. Сволочь. Давай, приземляйся к нам. Сейчас отлетаю этот аккум. 3,7 вольта есть. Я могу до 3,0 летать.
Хера, блядь, звуки. Вон, вон, голубейся. Бедный голуби. Блядь. Ну-ка, дай боевое крещение посмотрим. Еще одно. Прошел. Аккумулятор расхерачил. Ну, хорошо, еще... что отключили. Еще один минут надо поменять. Жесть. Ну, Серега хотел повыеживаться. Так что, дорогие друзья, вот так в деревья не херачьте его. Сейчас это было. Это было вообще жестко. Короче, Серега за три полета, короче, уже все ушатал. Да, остался нет. Один аккумулятор. Нет, за четвертый полет, за... все. Четвертый полет самый жесткий был, да? Деревья. Да, ну ты прям деревья жестко. Ну ничего. О, а вот. Так, активацию включили. Сейчас мы дрон еще не подключили к аккумулятору. Сейчас, Серега, подключай, иди ставь. Пойдем, Золик. Давайте я вас оттуда буду снимать. Дорогие друзья, с вас лайки, подписка. Обязательно лайк ставьте, а то мы иначе расхерачим этот дрон в дребезги. Камеру хоть активировал? Вот это высота. А высоко еще? Эй, ты что так далеко улетел? О, нифига ты. 25 км я выжил. Нифига. Было 15 спутников, он показал скорость. Скорость была 130 км в час. Высота была 70 метров. Это было круто. Я вот буквально за пару секунд... Да. Ничего страшного. Я считаю, за пару секунд от вот того края долетел до вот того дерева. Да он, я видел, блин, там все жестко. Вылетел. Он просто мощный, зверский. Да? Вы заценили? Не, ну в этот раз молодец, ничего давай не покорябал. А, вот он, вот, все увидели. Вот, Серега уже чуть все, я уже придрочился. Облечу вокруг этого куста. Лечу к нам. Давай. Нормально, высота 102 км, ой, 102 метра высота. А я в сторону виноградника сможешь долететь? Да, смогу. Так, батарейка 3,7 вольта, в принципе, хватит. Да, конечно, хватит. Ох, ебать, высота 115. Ни хера он улетел. Где мы его искать? Все, я над виноградниками. Давай, назад. Все, я вижу, назад. Да. Лечу назад. Так. Так, потихоньку приземляйся. Максимальная скорость, проверка. 120 км в час. Охренеть. Эй, он вниз резко, ты что так? Молодец, красиво, красиво. Так, по чуть-чуть. Видите, да? Да, вот он. А, вот. Не-не, батарейка еще нормально, 3,5 вольта. А, ну все, можешь смело. Могу летать до 3,0 почти. Ну тогда разгонись куда-нибудь. Давай, я, короче, к виноградникам, потом... Да. Давай. 3,5 вольта, нормально. Так, здесь столбы, не зацепить. Смотри, теперь я газую резко. 120 км. Блин, тут этот автоотключение аккумулятора. Отлетело все нахер. Че, Серега, как сегодня? Ребят, ощущение классное, я его почувствовал. Знаете, учиться летать, да и вообще учиться в жизни, без падения никак, так что падайте, учитесь. Все будет позитивно. Золотые слова, блин. Не, ну не сейчас. Давай в рюкзак уберемся. Да. Так что все, дорогие друзья, контент на сегодня заканчивается. Всем до свидания, удачи, пока.